Всем привет, с вами Дмитрий. И сегодня я хочу добить уже тему Speed 3, потому что я вам не показал еще несколько вещей. Может быть, я их разделю на два маленьких, на три даже маленьких урока. Сегодня я покажу, как работать с силой, с форсами. А потом есть очень такая важная вещь, как Simplify, и очень удобная. И еще покажу один способ моделирования деревьев. Так, сегодня разберем силы. Давайте создадим что-нибудь простое, лоу-польку. И создадим ветки. Вот, все. Так, берем количество поменьше, сделаем. Думаю, на следующем уровне побольше даже сюда поставим. Вот, для наглядности более менская модель. Значит, что такое силы? Это именно в Speed 3. Это направленное воздействие на ветки, да, либо на листву. Давайте покажу. Вот, допустим, я хочу искривить ствол по какой-то кривой. Допустим, я хочу, чтобы он был скрученный. Вот здесь есть сцене, форс. Forces добавить и твист. Давайте посмотрим, что он делает с нами, что он делает именно. Так, я не выделил, а вот все. Вот, если увеличиваю, но здесь особо этого не видно, да, то есть он крутится вокруг своей оси, поэтому сила не очень хорошо выбрана. Давайте добавим еще что-нибудь. Магнит. Силу можно, кстати, перемещать, то есть вот в бок отправить, уменьшим воздействие, то есть здесь можно, вот появляется вкладка воздействия. Так, допустим, сделаем дым. Вот. Давайте опять перейдем в твист. Вот. Так, ну при изменении высоты ничего не изменяется, то есть здесь только стрендж можно увеличить. И вот как раз я ось отклонил, поэтому у нас такое закручивание получилось. Вот. Так, это у нас общий ствол. Теперь давайте на первый уровень веток перейдем и возьмем силу. Очень интересная вещь, планер. Идет распределение по плоскости. Давайте увеличим силу. И вот, как мы видим, старается это все перейти в горизонтальное положение. Да? Довольно удобная вещь. Можно интересные тоже какие-то деревья создавать. И на последний уровень перейдем и выберем силу тоже. Нет, давайте direction. Значит, Directional, он в основном работает с высотой, то есть при отрицательных, то есть при положительных он вниз идет, да, то есть все ветки идут вниз, и при отрицательных идет наоборот вверх. То есть можно так очень сделать. Ну, давайте вниз опустим, да, что такое болотное у нас получилось. Так что эта вещь очень гибкая. Да, то есть с помощью сил можно создавать очень, очень интересные вещи. А есть также еще, ну, магнет я уже использовал. Можете здесь еще посмотреть какие-то вещи. Сюда же можно еще добавить именно вот для последнего уровня. Давайте добавим магнет. Если он будет, правда, сейчас работать. Я его что-то потерял, да, вот. Ну, он работает, но довольно слабо. Потому что у нас Direction его очень сильно выкрутил. То есть, если мы переборем Strange, да, то есть вот что-то такое может получиться. Но мне кажется, это лишнее. Силу можно удалить с помощью кнопки Delete.
Все по стандарту. Итак, я быстренько рассказал, что такое силы, как их использовать. Здесь ничего не сложного. В следующем уроке расскажу о вкладке Simplify. Всего наилучшего.